не сообщила. На защитников моих влияет, нет? Давление защитников. В чем Андрей Викторович, что происходит? Дело в том, дело в том, что пробили по базам всех защитников, и вот обнаружилось, что какая-то там проблема с машиной, которую он давно уже продал, но штраф у нее хотят вывести из процесса таким образом. Как вы считаете, это давление на защиту? 100%. Спасибо. Приходите еще. Для составления протокола. Перерыв в судебном заседании закрывает трансляцию судебного тихо. Выйдите, пожалуйста. Смотрите, как выйдите, пожалуйста. Смотрите, выйдите, пожалуйста. Я все видел. Выходите. Ребят, выводите. Вообще никакой прямой трансляции. Я могу приказать. Я не снимал ничего. У меня нет никакой прямой трансляции. Вы нормально? Нет? Я стою, брал телефон. Он ненормально. У меня телефон вот здесь. Вы не сделайте предупреждение. Нет, пусть защитник. Кстати, учтите это. Вы сейчас второго защитника будете бить. Только что суд проходил, что без предупреждения нельзя прикасаться. Нет, вас одного защитника до больницы довели. Сейчас второго защитника хотите до больницы довести. А ваши доказательства будут? За границу-то не улетите! А вот вы сейчас у вас... Почему он называет дурачком маленьким? Почему он меня... Извинюсь перед всеми. Почему он меня пальцем трогает? Ну, вас не трогает, я вообще так сунул, что у вас язык не будет работать.
не суньте. Прощение еще будет. Дурачка, говорит, маленького выводить. Ну как тут, дурачка маленького, говорит, выводить. Чтобы такие руны стояли здесь. Вместо головы большой дурачок вырос. Тебя сразу выведут, а? Я бы за. Ну когда на нашей стране будете, а? А я, кстати, у меня заявка. А что, в любом случае надо это самое откладывать задание. Климов же это. Защитник и будущее. Нет, Климов ты свидетель. Да. Сверху, все. А Климов где? Он его на скоро вывезли, да? Пострадавший. Да. Не-не, здесь надо подавать. Причем второе преступление. Сообщение о преступлении. Почему он вообще до сих пор работает, непонятно. Второе, не верю. Вообще без судьи получается. Он не меняет. А судья не судьи. А что там с этим человеком, который избит, не знаешь? А он в больнице, у него магровое дело, головного мозга, у него очень сильное сотрясение мозга и потеря. С Иваном? Какой ужас, а куда увезли его? Мы с ним, Андрей. Да они же убить могли, они же не видят, что с кем они, кого бьют. Но он большой, высокий, подумали, что нормально. Ой, кошмар. Подумали, как всегда. Нормально, да. И не смогли. Первый раз. Как подают записи? Что ждешь от вердикта? 12. 12, да? Все-таки думаешь, обвинитель. Не тронули доказательства, да? А как думаешь, твоя вина доказана? Конечно, конечно. Ну, сотрудник полиции же стоял, все рассказал. Все, фонарем светил, бегал там. Все, лунку перекрывал. Все было. И запись подтверждает? Конечно. Их запись. А твоя? Моя еще даже усиливает, когда стрелял. Вы довольны 12? Ну, как бы хорошо, что не 15, да. На основании изложенного постановления признать Орлову Чебнову совершение административного правонарушения преступления по статье 295 против некачественного наказания без административного преступления по статье 295 срок административного ареста засчитать срок административного задержания с 18 января 17 января 2018 года. Позорище! Это позорище! Отягчающих обстоятельств не было! Какие 15 суток? Из-за того, что он снимает страницу! А что нам не покричать? Что было? Это позорище! Это позор на всю страну! 15 суток, блин! Отягчающих обстоятельств нет и дает 15 суток. Ну что за бред, блин? Максималку, да. А если были отягчающие, сколько бы дали? Тут защитники все больше. Мы должны выходить. Зал покидаем. Зал покидаем. По-человечески вам сказали. Защитники покажете? А другие защитники? Ладно, давай. Он же по-человечески сказал. По-человечески. По-человечески, да, нормально? Офигею. Защитник, все кроме защитников. Защитник, да, пошел вон, да, нормальная тема, да. Классно. Здравствуйте.
2039 и 02-51-53. Я так понимаю, вы заранее прибыли, да? Они заранее знали. Что, защитник, я тоже выставил? Заставили взяли все, кроме защитников, и защитников первым выгнали. Кроме адвоката. А в чем разница? Адвоката не выгнали. Адвоката. Там у человека просто мои вещи. Я стою, я не знаю. Вы прибыли в суд еще до того, как постановление было оглашено. Соответственно, вы знали, что Карлубин именно мера... Проходите, пожалуйста, административная ответственность в виде административного ареста, так? Кто вам сказал? Кто вам? Вы никогда не представляете, без какого дела, представьте. Проходите, пожалуйста, граждане, не задерживайте. Вы прибыли сюда доставить Орла Андрея, когда заранее? Между прочим, этот суд территориально принадлежит к УВД Якиманка. Какого? То есть вы уже знали, что он будет граждан суд? Закрыть, кидаем. Пожалуйста, мы затягиваем. Сейчас я обращаюсь к сотруднику полиции. Сотруднику полиции будете на улице обращаться, сказать, что суд закрыт. А пускай старший позвонит, скажет. Что, выйдет на улицу к нам, что ли? Все, ребят, выходим в суд. Выходим из суда. Скажите, кто он такой-то? Вот не ответить сзади. Если это суд, тогда да. Ты толкаешь прямо на другого сотрудника. Он скажет, что... Давай мы спокойно пройдем. Все, видишь, видится? Что, просто Дело что ли мешать? Видишь, народу полно. Дай сотрудник. Нормально. Блин, вообще с лестницы только шесть не спустил. Да это каратели какие-то, никакого отношения не будет. Ну отойдите, дайте человеку. Каратели, дайте человеку стоит, пройти. Стоит, не дают пройти. Он, ну что это такое? Ага. А потом он скажет, что это не применили физическую силу. Дайте квартиру. Рапорт сидит. Ой, да я согласна отсидеть 15 суток, но плюнуть в рожу каждому. В адрес суде производится управленные действия. Примите меры, пожалуйста. Ну это тоже это. Никто не дает слово. Так, простите, у меня Алёночка, простите. Я бы сейчас ничего говорю, а у тебя. Кого гасить? Это Таня. Без мира. Все тут? Дюша Метелкина тут нет. Всего доброго. Не надо, так не повторять. До свидания. Спасибо. Ты противоправные действия зафиксированы. Проводим на чем делать, старший пристав. Ну, пойдем на прием. Вот он стоит, вот он. На который лифт? Нет, вот стоит начальник, вот он. А, то есть это? Сейчас будет выталкивать. Ладно, давайте, пойдемте, а то... Я с пострадав.